Приветствую еще раз, дорогие друзья, добро пожаловать к нам на канал. Я очень рада, что ко мне заглянули. У меня уже, как сложилось, добрая традиция, видео записывается в один день, а озвучка происходит через день, через два, а то через три. Данное видео я озвучиваю, точнее, через два дня после его съемки. Ну, как располагаю временем, так и усаживаюсь озвучивать. И еще, конечно же, я люблю озвучивать тогда, когда нет дома никого, потому что шум, гам, лишние движения, лишние звуки, это все, как говорится, входит в запись. Поэтому вот выбрала момент, пока дома никого нет, и уселась, конечно же, озвучить вам это видео. Наконец-то я выбрала время помыть в квартире окна. Опять-таки балкон у меня остается немытый, так как сегодня Ваня на работе, и я дома, поэтому мою только окна в квартире. Вот, мою обычной водой, немножко моющего средства в ведре было налито в воде, помыла просто водой, и сверху, пока все рамы помыла, у меня стекла все подсохли, я взяла средство для стекол. Кстати, средство вообще самое дешевое, самое простое. Я не знаю, сколько смотрю видео, я не знаю, в чем там проблема у кого-то, почему у кого-то что-то там не оттирает, какие-то средства для стекол и зеркал. У меня все замечательно оттирает, все пятна, все разводы, ничего не оставляет. Обычное средство из светофора за, по-моему, 30 рублей, что ли, оно стоит. Поэтому меня мое средство устраивает. Я им начистила, натерла окна до такой степени, что даже такое ощущение, как будто стекол вообще нет в рамах. А вот за тумбочкой помыла полы сразу, чтобы ее задвинуть на чистый пол. И плавненько перешла мыть окна на кухню. Здесь, конечно, сложнее. Здесь нужно помыть еще помимо окон жалюзи, которые терпеть просто не могу мыть. Ну, тюль сюда мне никак не подходит, поэтому только жалюзи. Второй этаж, поэтому окна в любом случае нужно чем-то закрывать. Вот, поэтому остановились на жалюзях. Сейчас жалюзи у меня металлические. Заказывали мы их на заказ, нам их делали. То есть не готовые покупали по размерам, нам их делали на заказ. Сейчас я их поснимаю, окна помою и приступлю мыть сами жалюзи. Сейчас на видео только заметила, что я, оказывается, жевала жвачку. Это так смешно смотрится на ускоренном формате вообще. В общем-то, я поняла, когда жалюзи сняла, что осенью я, по-моему, не мыла окна. Они очень в ужасном состоянии, очень грязные. Поэтому обратите внимание, за окном какой ветер. Елки качает. Вот такие вот у нас ветра зачастую стоят. Поэтому окна очень грязные, снаружи особенно. Я осенью, видимо, их не мыла, поэтому сейчас прям буду намывать, надраивать конкретно причем. Также тряпочкой тру, моющее средство. И кое-где буду чистить губочкой с пемолюксом, где не отмывается обычное какое-то загрязнение. Обратите внимание на тряпочку, какие окна у меня снаружи. Это просто, конечно, вообще... Ну, вот такие вот ветра, мы живем у дороги, вся эта пыль садится на окна, на стекла, поэтому их нужно 2-3 раза за лето мыть. А вот, конечно же, здесь мне неудобно мыть на улице, вот такая щеточка, она у меня еще и сломанная какая-то, старенькая, видимо. Я потом решила, зачем я буду мучиться этой щеточкой, я помою обычной тряпочкой, и потом я все-таки... мыло уже натирал, точнее, простой тряпочкой. Шкребком мне не получилось ничего натереть, он как-то деформировался весь, видимо, от старости уже. Я простой тряпочкой пшикала раствор и просто натирала, сколько доставала рука.
снаружи все боковинки я помыла шваброчкой, той губкой, и подоконник в том числе с улицы тоже помыла. Обратите внимание, какая грязь в самом окне, тут в раме в этой. Еще обратите внимание, там где-то за окном виднелся в кадре голубь, который ходил по соседской крыше с первого этажа. И, кстати, там по земле тоже вон гуляют голуби. А у нас тут бабушка с третьего этажа, значит, кормит голубей, бросает, над нами, получается, живет, бросает там крошки или не знаю что, какие-то остатки продуктов питания, бросает с окна, с балкона, и они падают вот на первую этаж, на крышу балкона, и получается, я когда выхожу на балкон, и они все крутятся, прям просят что-то кушать. Я их вообще не прикармливаю, потом они просто потом очень сильно гадят на подоконники, на окна, на ставни на балконе, поэтому я не прикармливаю птиц. Ну, спасибо нашей соседке сверху, бабушке, она уж чересчур жалостливая, вот она их и кормит. В любом случае, они все крутятся возле моих окон, возле моего балкона и на моих подоконниках. Вот, окно я все помыла, пока болтала тут с вами. Сверху протираю, это у меня кусочек линолеума. Я тоже его натерла, вымыла хорошо. Теперь осталось мне снутри, точнее, натереть окна. Я их уже помыла, стекла. Теперь осталось только их натереть. Как я уже повторюсь еще раз, что средство у меня для стекол самое обычное, самое дешевое. И очень замечательно справляется со своей работой. Вообще претензий к нему никаких не имеется. Ну вот, обратите внимание, что окна, стекла, как будто их вообще нет. Такая чистота вообще. Теперь я решила поднять этот линолеум, протереть, чтобы подоконник. И убедилась в том, что когда устанавливали кухню, получается, придавили мой подоконник, линолеум на подоконнике, и он полностью у меня не снялся. Поэтому протерла сколько смогла. Сетки я решила помыть в ванной под напором воды от пыли, ополоснуть их. Поэтому вот сейчас я ополосну кухонную сеточку, она стекет, и я ее сразу же поставлю на свое место. Потому что уже комары, мошкара всякая вечером залетают в квартиру на свет. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's fake to me now. Сеточку я помыла. Пока она мне здесь будет в ванной прям стоять, стекать, я приступлю мыть жалюзи с окон. Я не знаю, кто как моет. Я мою на столе, раскладываю, освобождаю стол, раскладываю жалюзи. И начинаю их все разворачивать в одну сторону, все полосочки эти, и просто тряпочкой с моющим средством мыть. Прям вот так, как они лежат. Конечно же, эта работа очень даже муторная, очень даже трудоемкая, долговременная. Ее очень долго эти жалюзи мыть. А вот сейчас вот я их так помою одну сторону, и потом я просто разворачиваю их и мою другую сторону этих самих полосочек. Работа, конечно, я говорю, я не люблю мыть жалюзи, но, блин, приходится. Очень долго я на них потратила время, но все-таки я их в итоге-то и помыла. Отлично. Все, одну жалюзи я помыла, я ее сразу прицепляю на место. Пока я жалюзи на эту мыла очень долго, у меня уже высохла сеточка, я уже ее сразу вставляю для того, чтобы открыть здесь в кухне окно, потому что очень жарко. Без сеточки открыть не могу, я говорю, уже всякая летает мелочь, поэтому сеточку сейчас одену, и окно у меня будет открыто настежь. Я продолжу мыть вторую жалюзи, конечно, уже я этого вам не показывала. Так же самое я ее мыла, я просто уже показываю итог, что я уже ее прикручиваю на свое место. Ну все, с кухонным окном я справилась, жалюзи помыла, окна помыла, сеточку помыла, подоконник протерла. Переходим в детскую комнату.
Тут как раз у меня был Владюша дома, я его понадпрягла снять мне тюль. Здесь так неудобно, это просто какой-то кошмар. Гарнитур у меня несъемный, он встроенный почти практически. Поэтому приходится нам подстраиваться для того, чтобы повесить тюль, или для того, чтобы мыть окно. Это все вот прям, я не знаю, очень сложно. Но кое-как, кое-какими методами, способами я справилась, я его помыла. И тоже осенью, видимо, я его вообще не мыла. Очень грязная. За этим окном у меня висит кондиционер. Вот, и он тоже был прям весь в саже, весь грязный после зимы. И, соответственно, я его тоже помою вот такой вот шваброчкой. Здесь, конечно, мне не удалось побрызгать с улицы средством для стекол и натереть хорошо тряпкой. У меня получается две вот такие шваброчки. Одну я не успела намочить, и я вот сухой губкой этой от шваброчки протерла стекло с улицы. Ну, там я не подберусь просто. На подоконнике боюсь залазить, на столе кое-как одной ногой стояла. Поэтому протерла так. Ну, конечно, немного есть развод, но хотя бы пыль и сажу смахнула, и то ладно. А остальные все стекла, конечно же, помою мыльной водой и далее натру средством для стекол и зеркал. Все я перемыла, пока мыла до конца, все стекла просохли от мыльной воды. Теперь приступаю натирать стекла, побрызгала средством и начинаю натирать. Вы спросите, что у меня здесь висит за провод. Честно говоря, сама не знала, что это за провод. Он еще был включенный на тройничок, который прикреплен к раме окна. Вот это, оказывается, гирлянда, которая у меня висит на этом шкафчике детском наверху на антресольке. Лента светодиодная, даже не гирлянда, а лента синего цвета. И она вот, дети ее зимой включали. Владюша сказала, убирать не надо, пусть так и остается. Ну, остается, говорю, тогда лезь сам там, вытирай окно, стекло, рамы. Вот он мне полез, сам там все протер. А это стекло, конечно, уже мне доступно. И я его тут начищу, натру до блеска сама. И раму, и стекло. Сеточку я тоже поставила в ванну и тоже замечательно горячей водой я ее всю промыла под напором. Вода прям черная текла. И как я раньше не догадывалась, что так можно мыть, я протирала влажной тряпкой очень-очень много раз. Вот, пока не становилась тряпочка чистая. Тут прям она хорошо у меня все отмылась. Вот, сеточку мы уже вставили. В чем-то я думала, у меня запись идет, но она почему-то не шла. Поэтому сеточку мы вставили без записи. Дотираю все остаточки и приступаю намывать сам, собственно, подоконник. Подоконник был весь заляпанный в каких-то пятнах, пальцах черных. Не знаю, дети тут что с ним делали. В общем-то, я его отмыла губкой с пемолюксом. Я, кстати, еще, наверное, года два назад открыла для себя прям открытие. Очень хорошо пемолюкс справляется с пластиковыми окнами, рамами, подоконниками. Очень хорошо прям он отмывает каждое пятнышко. Любого характера пятно очень даже хорошо оттирается пемолюксом. Поэтому вот этим пемолюксом, собственно говоря, я и выдраила весь подоконник. Ну и все, собственно говоря, свою мотивацию на мытье окон я заканчиваю. Тюль я перестирала из зала и из комнаты.
стирала гелем лоск, очень даже хорошо отстирались. Моя мотивация на сегодня заканчивается. Друзья, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, я вас мотивировала тоже на мытье ваших окон в ваших домах и квартирах. Всем спасибо большое за внимание. Всем пока-пока. До встречи.